В Черкесске на базе городской поликлиники заработала программа медицинской реабилитации для тех, кто перенес коронавирус. По итогам обследования углубленной диспансеризации пациент получает направление от специалиста, и тот оказывается в надежных и профессиональных руках реабилитологов. Фатима Даурова подробнее о программе. Углубленная диспансеризация пациентов, перенесших COVID-19, помогает определить нуждающихся в восстановлении людей. Особое внимание при диспансеризации уделяется выявлению изменений, возникших в связи с перенесенной болезнью, и направлению усилий на предотвращение осложнений. Углубленная диспансеризация проводится в целях своевременного выявления, лечения, диспансерного наблюдения хронических неинфекционных заболеваний, которые возникли вследствие перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. Этот вид диспансеризации представляет собой комплекс мероприятий, рассчитанных на два этапа. На первом проводится расширенный набор медицинских анализов, определяющих общее состояние пациента. При выявлении показаний граждане направляются на второй этап, который включает в себя проведение эхокардиографии, компьютерной томографии легких, дуплексного сканирования вен нижних конечностей. Если выявляются хронические заболевания и ухудшение состояния, то по показаниям назначается лечение, проводится медицинская реабилитация, организуется диспансерное наблюдение. В рамках этой реабилитации каждый пациент у нас может получить и медикаментозное лечение, механотерапия, физиотерапия, массаж, ЛФК. Всем этим занимается у нас реабилитолог. Заведует отделением физиотерапии опытный врач, высококлассный специалист своего дела, врач-реабилитолог Зарема Капсергенова. Коллектив отделения уже не первый год ставит людей на ноги, оказывая медицинскую и профессиональную помощь в восстановлении здоровья пациентов. У нас есть кабинеты массажа, ручного массажа, есть кабинеты вакуумного массажа, есть процедуры светолечения. Это входит сюда и диадинамические токи, и синусомоидальные токи, и магниты все различные. Пациентов по реабилитации мы посылаем и на четвертый этаж. Там у нас находится парафинотерапия, находится механотерапия, находится кабинет лечебной физкультуры. То есть все условия практически у нас есть. Для прохождения углубленной диспансеризации можно записаться через единый портал государственных услуг, а также обратившись в медицинскую организацию по месту прикрепления. Важно, чтобы факт перенесенной болезни был подтвержден на уровне медицинской организации. По желанию, гражданин, в отношении которого отсутствует информация о перенесенной коронавирусной инфекции, также может пройти углубленную диспансеризацию. Обязательным условием в этом случае является подача заявления о желании пройти ее на имя руководителя медицинской организации, в которой пациент получает первичную медико-санитарную помощь. Фатима Дорова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.